В общем, приехала ко мне Волга после капремонта, ждет дофига. В общем, что выяснилось? Пневмотест, в принципе, на отлично. Вот индуктивный трамблер волговский родной. Вот это вот статор, вот это ротор. И вот видите, вот эти вот пластиночки. Вот эти пластиночки, они задевали за статор, и был пропуск зажигания. В общем, я их в тисках поджал, выровнял, чтобы они не цеплялись за вот этот вот статор. И все, и машинка четко работает.